Привет, дорогие друзья! Приветствую всех любителей игры Fishing Clash. С вами, как всегда, Веталь, и вы на канале клана Днепряне. Ну что ж, закончился двухдневный ивент с новой рыбой на локации река Меконха. И у нас сегодня по плану возвращение легендарной рыбы. Это у нас должна быть локация сегодня Елапа. Давайте посмотрим, что к чему. Как у нас сегодня будут обстоять дела. Также я сегодня наблюдал, будет у нас VIP-ивент опять с вызовами. Это хорошо, так как грузики у нас фактически у всех на нуле. Надо будет где-то их брать. Также должна быть рыбацкая битва. И посмотрим, получится ли у нас... Так, на Елапу тут немножко что-то падает. Получится ли у нас сегодня нафармить усилители в битве. Так, клановые войны, первое место. Отлично. Хотелось бы надеяться, что здесь будет легендарная приманка на Елапу, потому что так в ивенте мы просматривали до начала его. На Елапу надо получить две приманки, но в самом ивенте дают только одну. Поэтому у меня предположение, что будет либо большой турнир, либо придется эту приманку покупать. Но лучше, конечно, чтобы она выпала мне сейчас с пакета... Складного бустера, складного пакета, в общем. Потому что большой турнир это будет для меня, как всегда, в общем, трауром. Я просто и так сильно люблю эти большие турниры, что просто передать, а словами, просто обычными словами не передашь, в общем. Так, что у нас тут? Колорадо, Никарагуа, Кейптаун. Ну, в принципе, приманок здесь везде достаточно. И вуаля, легендарочка. Нету, есть Сейшелы, Никарагуа и Флорида. К сожалению, нету легендарки на Елапу. Да, как я и предполагал, друзья, большой турнир. Вот откуда возьмется вторая приманка. Ой, да, печальная, конечно, история. Также есть колесо фортуны. Так, ну ладно, сейчас. Все по очереди, в общем. Крутнуть колесо, посмотреть, что у нас тут есть. Тоже, может быть, попадет. Ага, 100 часиков. Отлично, такая крутая награда, 100 часиков. Просто нет слов. Все-таки есть большой турнир. Так, ну что ж, зайти в рыбацкую битву. VIP-испытание, это понятно, я уже смотрел. VIP-вызовы, кстати, что здесь VIP-вызовы? Ага, здесь легендарка, отлично. Что у нас по ивенту? Здесь первый день победа, я смотрел. Так, легендарку вытянуть, первый, второй, третий уровень. Хорошо, хоть четвертой нету. Хотя мне приманка все равно четвертая. И также то, зачем я говорил. Вот, получите приманку с редкостью легендарной на месте ловли Елапа. Две приманки надо. В самом ивенте дают только одну. Также здесь серия 4 поединков. О, как оно. На удочку не ниже 4, не ниже 5. С весом легендарная. 10, 11, 12. Так, 10. Ну, получим результатом. Понятно. Вызов. Два места первых. И рыбацкая битва. Займите второе место два раза подряд. Хорошо. Так, для начала сразу вкачиваю на четвертый уровень легендарочку. И заходим в битву, смотрим, что по битве. Потом, наверное, зайду в большой турнир сразу, пока есть время. И попробую по-скоренькому пройти большой турнир. Так, а что у нас здесь? Сразу же легендарка выскакивает, получается. Понятно. В районе 10 тысяч надо искать легендарку. Ну вот, 10-100 пускай будет. Что у нас, 12-е? Да, сразу 12-е. 9-947. Ага, перекидал. Перекидал. Ну там второе место два раза подряд. Не знаю даже с чего сразу начинать. Так. У нас один раунд в битве, я так понял. И что нам дают за битву? Самое интересное. Да, дают грузики. Отлично. Дают удачи. Отлично. И золото. Ну значит, в принципе, неплохо. Так, прилетает сразу же первая коробка. Легендарочка. Хорошо. Сразу же серебряная награда прилетает.
Так, жетонов. Пакетная лапа. Ладно, тут можно пропускать. И в большом турнире, я думаю, тоже будет попадаться легендарка. Так, сразу же и золотая награда приходит. Нормально. Так, большой пакет удочек. Так, лишь бы не мифическая рыба была в этом. Так, здесь у нас пакет удочек двухзвездочных. Никчемная награда. Три двухзвездочных удочки. Так, сразу же платиновая. Ничего себе. Ну, насыпаю сразу неплохо на коробок. Так, тут трехзвездочная на елапу. Но у меня, в принципе, с этим проблем нет. Так, ну еще раз второе место в битве забрать подряд. А потом уже пробовать, наверное, большой турнир походить. Пока туда-сюда ребята еще не попросыпались. Либо наоборот, сейчас, если сразу будут проигрыши, поэтому надо будет, наверное, подождать, пока ребята наиграются. Так, 8 7 8 500 6 6 6. Так, ну слабенькие что-то пока. 9 700 попробую. Пусть не второе, но хотя бы первое место. Вернее, не первое, а хотя бы второе место в битве, ну, выхватить бы. Так, 10 тысяч, да, там товарищи таскают хороших хвостов. Да. 9 400, 10 тысяч. Попробуем, может, немножко подкрутить, чтобы на второе место попасть. Также, я смотрю, не обдают, да, 12-е. Ну, на второе место хватило. На первое пока не дают забрать. Ну, пускай будет хоть второе. Так, и алмазная награда прилетает. Хорошо. Удачи, жетоны. Большой пакет на елапа. И Ой, как хорошо. Ребятки, 500 жемчуга. Вот это я понимаю награды. Вот это отличненько. Это другое дело, не то, что двухзвездочные удочки. 500 жемчуга. Это красота. Тут вообще без вариантов. Так, ну что, теперь поехали большой турнир. Значит, что у нас тут за награды? Также дают загадочный пакет. Ну и также вот последняя награда, самая интересная. Ну что ж, поехали. Посмотрим, что у нас вообще там в большом турнире происходит. В принципе, можно было оставить его на потом. Так, у нас тут обычки и легендарка, да? Хорошо. Где 500? Одиннадцатая, кстати, приманка слабая. Вернее, 11 звезд. Что-то я думал, что будет 12. Там 2600, по-моему, 12 начинается. Так, 2602, хорошо. Ну и легендарку теперь. В районе 9000. Хотя бы в 9. О, даже 10500. Ну пускай. Такой вариант тоже подходит, в принципе. 10400. Отличная, отличная ребешечка. Рекордная даже. 10454. Неплохо. Так, есть первая, пошла. Что у нас, кстати, там по ивенту? Ничего еще не прилетело. Да, еще не начался ивент. Это, кстати, плохо, что я начал таких хвостов ловить, пока не начался ивент. Здесь мне интересно, что самое больше нравится. А, тоже загадочные пакеты дают за первое место. И грузиков, кстати, не дают тут. Обычно были грузики, теперь грузиков нет. Это плохо. Ну ладно. Что, подождать, наверное, еще 4 минуты. Так, пятнистый брызгун прилетает, награда. Ну, я, в принципе, особо и не рвался тут. Я предпоследнюю коробку забрал, и все. И больше я на этом перестал эту гонку бесполезную с растрачиванием усилителей. Так, меконг, меконг, меконг. Тут, в принципе, без разницы, как убрать. Все равно они пойдут на слив, перки слабые. Так, что у нас тут? Пакет фортуны золотой. Тоже пойдет. 3 минуты подождать еще, да? Ну, давай еще, наверное, битву пока попрохожу. Так.
лихорадка усилителей. Что у нас тут? Решение легендарной рыбы. Рыбацкая битва. Да, тут еще битву закрывать и закрывать. Но главное, что серию поединков я закрыл, это уже хорошо. А то, что обычные рыбы в рыбацкой битве, это даже не знаю, хорошо или плохо. Кстати, подкрутить надо сейчас, наверное, перк у меня на удочке. Докупить жетонов, чтобы сделать легендарочку нормальную. Пока я тут, наверное, без усилителей покидаю, чисто позакрывать, может, что получится, там, 4-5 места. Потому что ждать пока вызов начнется. Ого, тут не получится, наверное, 4-5. Так, хорошо. Пойдем пока по удочкам, наверное, прогуляемся. Кстати, по навыкам, что у меня тут по легендарке? 308. А надо 360. Так. Жетоны. Угу. Интересно, стоит ли их тратить на максималку, либо же просто прокачать. Ага, 45 жетонов еще получим. Наверное, придется прокачать пока не на максималку основную, а здесь вот. Хотя там тоже будет потом 260, либо 270, я не помню. Так, будет 200, да. Будет у меня здесь на максималку, получается. Почти. И здесь у меня ничего пока не остается. Удача у меня здесь почти на максималку, тоже отличненько. Ага, кстати, по обычкам здесь надо было на 90 для большого турнира. Ну, уже пускай, ладно. Так, что, куда у нас вызов пропал, пока непонятно. Через одну минуту, пускай дождусь уже вызова. И возвращение легендарной рыбы. Буду уже потом проходить большой турнир, наверное. Либо же большой турнир может на вечер оставить. Я даже не знаю, в принципе, как быть лучше. Либо же через 4 поединков закрыть. Кстати, я удочку хотел подкрутить. Где тут она? Легендарочка. Вот она, 4-4. Вот средний боевец 3-5. Перекрутить бы больше 4, чтобы был. И будет прекрасно. Так, 3-2. 2. Ну, пока не хочет. 2-5. Удачу так бы, конечно, еще тоже. Ну, не крутится пока. Немножко на единичку улучшил. 3,6. Не дается. Так, 13. И тут что у нас? Не хочет тоже покручиваться покрупнее. Но мне больше всего интересует перк вот этот вот третий. Так, 3,5. Не крутится больше 4. Не хочет. Сейчас весь жемчуг так можно прокрутить. Попробую, наверное, попозже. Пока не хочет. Здесь бы тоже больше 15. Ну, никак. 2-1. Ну, ладно, пусть будет пока 3-6, наверное. Не буду его трогать. Сонарчик бы, конечно, тоже на 80 бы хотя бы. Никак. 3-6. Все, ладно. Почти 200 жемчуга. 150-170 слил. Ладно, здесь так же самое у нас легендарка. Что здесь? Вот здесь хоть грузики дают. Отлично. Так. Ну что ж, теперь можно, в принципе, занырять и в большой турнир. Вот так, у нас здесь обычки, легендарка попалась. Так, 2700. Миф, кстати, попался. У меня миф без удочки. Это плохо. Миф без удочки. Так.
Там больше 9000, по-моему, мне надо мифа найти. Ладно, пусть будет, какой будет. 8700. Так, ну и здесь пускай на девяточку. Так, 9700, хорошо. Буду надеяться, он легендарку покрупнее не вытянет. Хотя и так, в принципе, 9700 неплохая. Так, второй пошел. Поехали дальше. Хотелось бы, чтобы так дальше все, в принципе, и пошло. Тоже попадается, я смотрю, мифы в большом турнире. Надо мне мифическую удочку срочно сделать, хоть какую-нибудь. Так, 9800. Ну, там 3900, хорошо потянул. А, это у нас редкая. Так, на 4400 пусть будет. А, кстати, и мифа там на 8700. Так, двенашечка даже проклинула. Пускай будет, ну, такой. Хоть бы успеть и ту вытянуть. И сейчас, наверное, срочно в магазин, вернее, в снасти, и удочку на мифа заклепать. Потому что пока везет мне с мифом, но навряд ли так будет всегда. Единственные удочки, которые мне не хватает, на мифа. Так, хорошо. Есть у меня там мифическая вот пятерка, и не хватит. Надо еще удочек. Еще удочек желательно бы. Четверку, да, тут еще четверку. Большой пакет удочек надо получить, которые дают в предпоследней коробке. Ладно, пока без мифа покидаю. Так, у нас тут редкая обычка. Угу. Так, 400 2700. Ну, неплохо пока. Так, ну и легендарку он, понятно, 9600 поймал. То есть мне надо по-любому этот результат как-то улучшить. Так, ну пока не идет. Ну, 200-200 попробую, ладно. 10 027. Двенашечка пускай будет. Я думаю, он уже все тут без вариантов, по-любому он не перекидает. Так, есть такое дело, большой турнир потихонечку продвигается вперед, это хорошо. Тут северная, так, обычки, колючие, кстати, хотя бы девятку сделать. 2800 пускай будет. Так, 9600, я смотрю, тоже легендарку потянул. Хороший хвост, хороший. Тут вообще семерка. Все, жемчуг, золото закончилось у меня. Угу, это плохо. Уже улучшать как бы нечего. Так, и легендарка. Есть мгновенный вылов, хорошо. Попробую поискать. На 9900. Ну, так, 9700 пусть будет. Да, кстати, если бы не мгновенный вылов, я, наверное, не успевал бы доставать. Это плохо. Надо либо быстрее ловить, либо мгновенный вылов, чтобы сюда был под рукой.
Так, поехали дальше. Что у нас там? Так, редкий эпик и легенда. Это, кстати, новая рыба была недавно. Clarion Anglefish. Редкая. Так, 4300. Это, по-моему, двенашечка. Да, двенашечка. Ага, кстати, он крупнее потащил. 5900. Ну ладно, пускай будет. Нету времени там долго искать. Ой-ой-ой, на 6300 потянул. Ну, то есть теперь у меня легендарка. Только легендарка может спасти. Потому что он таких хвостов тащит. 10455. Хорошие, хорошие хвосты. Рекордные. Ну давай же. Давай, не надо, не надо, не лови. Дай мне потихонечку дойти. Да, отлично, не успел вытянуть. Хотя неплохие шансы у него на победу были. Реально неплохие. Так, тут еще у нас удочки маленькие пакет, да? Да, и еще загадочный пакет. Что у нас тут? Потерянный мир. Также две трешки. Ненужных, никудышних. О, вернее, две двушки. Ну ладно, поехали дальше. Что у нас там? Как обстоят дела? Что долго противника найти не может? Угу. Так, у нас все по традиции, по старой. 800, тут обычка. Здесь 746. Ага, тут уже улучшать ее нечем. Тут хотя бы какая была бы. Ой, тут 2700, неплохая вроде попалась. Так, 2600. Так, ну и легендарка, как всегда. В районе 9000. 9800. Кстати, там мгновенный вылов у меня на всякий случай еще есть, чтобы, если что, резко рвануть вперед, как говорится, улучшить результат. Ну, вроде как, пока достаточно будет и этого. Ага, ага, нет, недостаточно. На 10200, красавчик. Вот он первый попался. Первый пошел, как говорится. Так, тут две редких у нас, ага, и улучшать нечем. Так, 4500, ну это хорошая двенашка, крепкая. Так, Anglefish. 4400 пусть будет. Тут большую роль играет легендарка. Самое большее количество очков тащит легендарка. Так, 8900, ну попробуем. Сейчас посмотрим, что он там по легендарке достанет. 8800, ну это слабое, конечно. Слабое. 4 игра подтормаживает. Есть, даже не буду использовать, я вижу, что победа моя. Отлично. Потихонечку, как говорится, коробочка за коробочкой, идем к цели. Так, по-моему, тот же товарищ попался, который у меня уже совсем недавно обошел. Где 600? Ага, здесь у меня 2600 тоже. Обычка слабенькая попадается, 8 уровня. Так, тоже 2600, неплохо.
И легендарка 9900. О, нормально. Надеюсь, сонар хорошо отработает. И так где-то примерно и будет. О, отличненько, да. 9900. 12. А нет, еще 11. 12, наверное, с 10 тысяч начинается где-то туда. Хорошо. Еще коробочка. Так, еще удочки. И усилители. Наверное, уже по 50. По 25. Все ясно. Так, что у нас там по легендарке еще? Рано. Да, еще рано. Там только предпоследняя коробка поможет с большим пакетом. Там где 4-звездочная удочка. Буду надеяться, пока миф не попадется. Так, у нас эпик, обычка. Понятно. Так, эпик тут в районе 6000, я помню, по-моему. 6100, 6200, это 12 звезд. 5900. Тут у нас морской клоун, кстати, неплохой вроде попался хвост. Да, 2862. Хорошо. И также легендарка. Легендарка. Ну, 9800. Надеюсь, поможет мне на победу. 9818. Может и прокатит. Если, конечно, сейчас легендарка там у него не выскочит на 10500, то должно хватить. Да, отличненько. Здесь тоже зашло. Еще коробочка. Хорошо. Что тут у нас по удочкам? На легенду дают? Ага, обычка. Понятно. Так, следующая коробочка. У нас 300 удач дают. О, уже поинтереснее награды. Что-то долго думает. Сейчас, наверное, что-то придумает. Так, редко-редко. Угу. Так, 4400. Пусть будет 4400. Нормально должно хватить. Ага, легендарку на 9600. Сразу же потянул. Ага, уже видно, что соперник серьезный. Угу. Будем искать. 3200. Ну теперь на 9600 больше ловить легендарку, кстати. Что там подлага, подлагают игрулечка. 9600, да? Интересно. Вот 10100. Отлично, 12. Ну теперь не перекидаешь, я надеюсь. Если хотя у тебя тоже мгновенный вылов там не завалялся. Можешь, конечно, легендарку перекинуть сейчас. А может и повезет. Ну, не успел. Просто тут дело уже времени. Он просто не хватает времени на поиски другой рыбы. Так, что у нас тут? Пакет приманок на елапу. Хорошо, прокачиваемся потихонечку. И вот осталась последняя коробочка. Ну что ж. Будем надеяться, что так же легко она зайдет, как и, в принципе, все остальные. Предыдущие. Ну что там, ищи уже давай, кого? Так, две редкие. Ах, опять попалась мне редкая, непрокачанная. Ну, 4300 пускай. Уже мгновенного вылова у меня нету, поэтому надо ускоряться. 12-е. 4100, 4400 пусть будет.
4300. Ага, и легендарка на 9000. Ну, в принципе, вполне реально. Только что нет у меня мгновенного вылова. Вот это печально. 9300. Надо подсекать, что есть, потому что не успею потом просто вытянуть ее. 900. Ну, буду надеяться, что хватит. Отличненько, отличненько. Ну, в принципе, друзья, в принципе, отлично. С одной жизни, можно сказать, прошел большой турнир. Такое редко бывает. Это у меня чистые, чистые фарты. Чистый фарт, тут ничего не скажешь. Мой самый любимый большой турнир, так легко. Так, тут 15 тысяч золота. Ну, золото тоже, в принципе, неплохо. Хорошо. Есть. С большим турниром порешали. Это хорошо, кстати. Что тут по клановым войнам? Есть ли сегодня большой турнир в клановых войнах или нет? Я не обратил внимания. Рыбацкая битва. День. Так. 8 подряд на любом месте ловли. Нету тоже большого турнира и в клановых войнах. Есть рыбацкая битва. И вызов. Понятно. Ну ладно. Так, что теперь к ивенту можно, в принципе. А, здесь позабирать награды. И проходить теперь серию поединков. Серия там, по-моему, 4 поединков надо. Будем сейчас закрывать. Еще 10 жемчуга. Морские глубины. Да, зря, конечно, там жемчуга слил. Сколько так. Не то чтобы зря хотел, конечно, найти, но никак. Единственная надежда теперь, где грузики взять, это вызов и рыбацкая битва. Так, рыбацкую битву еще, ладно, пока. Что у нас тут по месту в рейтинге? Место в рейтинге 46. Серия из 4 поединков с рыбой Тото Аба. Поехали. $10455 мой лучший результат. Так, что у нас тут редкое, да? Ну давай. Там хорошо, что не за обеих рыб, просто поединок нужен. Просто победа будет попроще, конечно. Так, 4200. Так, ну и здесь 9500. Нормально. Да, еще бы, конечно, деревцо на легендарочку прокачать. И, в принципе, можно было бы даже и, наверное, тринашечку поискать. Подфармить усилители. Ну, я не знаю, я посмотрю сейчас, как пойдет, друзья. Если все будет, в принципе, нормально. Нормально будут фармиться усилители в битве. То, может, даже вечерком, туда часиков к 10, может, даже запилю стримчик. Чисто по рекордам, по лучшим результатам. Постараюсь покидать. В битве покидаю, может, легендарочку получше найду. Так, первый пошел. Ну, буду надеяться, что так легко и пойдут поединки, в принципе. Так, опять редкая. Чего ты злишься? Ты же мне еще не попадался. Или уже попадался? Так, ну 4400 пусть будет. 4300. Нормальный хвост. Да, игра подлагует. Хорошо так. Так, 7800. Ну, также в районе 9000 бы тут найти легендарочку. В принципе, должно быть нормально. Так, 7100. 6000. 7000. Ну, что-то как отсекло. Где-то крупняк ушел. Где-то стайка прошла. Так, ну 9700, ладно. Так и хотят мои усилители забрать, но без серии поединков, вернее, без усилителей серии поединков я не закрою. Ну, закрою, конечно, придется кубки слить, тогда, наверное, 1000 до 1500. И то не факт, там тоже такие же ребята попадаются, которые специально сливают кубки, чтобы выиграть. В последнее время не рискую сливать усилители. Что тут на 2500, 2700, что там на 1500, на 2000. Такие же попадаются ребята.
Так, хорошо. Есть второе. Так, с рыба туда. А, еще и за обеих рыб. Как раз нормально, что закрывается за обеих рыб. И, ага, 10750. Тут лучше результат надо. 10750. Ничего себе. Ну, это довольно-таки не мелкий хвост. А 10455 мой лучший результат. И то, это 10455, это я вам скажу, не маленький экземпляр. Так, ну тоже в районе 9000 бы поискать. Усилителей жалко, конечно, уже на серии поединков, на большой турнир много ушло. Так, 6000, 8000, 7000. Ну да, для серии поединков надо покрупнее по-любому, потому что сейчас, не дай бог, он на каких-то там 100 очей перекидает, и все. А он еще легендарку, я смотрю, вообще не ловил, поэтому... Так, 8400. Угу. Ну, то есть, вполне возможно его перекинуть, надо только поискать. Ладно, буду на мультик искать, быстрее пойдет, потому что 35 секунд осталось. Надо мне еще океанского сига достать. Кстати, океанский сиг, это у нас эпик, что-то он на 5400. Ну, это не крупный. Так, 6300. Вот на 6300 более-менее. Да, 6200 должна быть 12-ка пройти. Так и есть. Хорошо. Вроде пока нормально, сосед. Спокойно дал отловиться. Не мешал особо. Так, это у нас третий поединок. Ну, хотелось бы также легко, как бы, и четвертый закрыть. Да, в принципе, 10750 легендарку. Это уже надо подсобирать, мне немножко подфармить усилителей. И, в принципе, да, можно будет даже, наверное, вечерком попробовать поискать хвостов, еще подкопить золотишко в битвах как раз, подкупить еще жетонов в магазине. И можно попробовать поискать легендарочку хорошую. На 10750. Ну тогда попробовать, ну, попробовать стоит. Так, рупер. Так, и легендарочка. Надо четвертый поединок, чтобы они меня уже не завалили. Надо покрупнее найти. 9600. Ну попробуем, может хватит. Девять четыреста восемь. Ну да. Буду надеяться, что хватит. Вроде пока и по обычке он там сильно такого монстра не вытянул. И по легендарке пока мелочевка. Ну что, Марти, сдавайся. Что-то там пытается. Так, с одной удачей. Понятно, грузиков нет. Каким-то чудом, чудным, мне просто вчера с последней коробки загадочной выпало 250 грузиков. Поэтому, конечно, тут так бы у меня тоже было по нулям. Реально по нулям. А этот загадочный пакет с грузиками мне, конечно, вчера выручил. И, соответственно, я же не стал сразу их тратить. Так, предпоследняя есть. Жемчужная награда. 45 жетонов. Огромный пакет удочек. Ну, вот это все, в принципе, чего я и хотел. Теперь уже можно сделать мифическую. Как раз у меня последняя удочка на последнюю рыбу. И все виды рыб у меня будут с удочками. Это уже, конечно, хорошо. Тут еще большой пакетик. Нормально. Золотишко и легендарочка на Флориду. Понятно. Хорошо. Что мы теперь имеем у нас еще? Чего мы еще не сделали? А, рыбацкая битва еще не закрыта. Так, это значит, что-то не сразу открывается. Интересно. Отчет времени не идет. Интересно как-то.
А, я понял. Это я начудил. Я там за жемчуг, за 12 жемчуг открыл пакет. Я понял. Ладно. Поторопился немного. Ну, пускай. Так бывает. Так, что у нас теперь по ивенту? По ивенту место в рейтинге 30. Слабенько. Татуабда преимуществом за обеих рыб. Хорошо, давай здесь закрою за обеих рыб. Это будет пятый подряд. Там, по-моему, в клановых войнах тоже надо то ли 8, то ли 9 подряд. Сейчас надо будет посмотреть. Может, заодно и закрою. Пока серия поединков не сорвалась. Попробую, может, даже закрыть серию поединков. Так, 2400. Хорошего поймал. 2700. Ну и легендарка. Вот 9200 сразу. Посмотрим сейчас, что у меня там по легендарке. Ловит обычку, хочет, наверное, за обеих рыб. Я так думаю. Так. Да, и кубики заканчиваются. А легендарку без кубика ловить, это, конечно, жестко. Что он там? Что-то ищет. Что-то может и найти, кстати. Это серия поединков. О, 10-100. Ну, как говорится, иди сюда. И мы ее втаскиваем. Теперь уже, дружище, попробуй-ка, наверное, перекидай 10 047. Наверное, уже не получится. Хорошо. Так, это у нас что? У нас пятый подряд. Пятый подряд за обеих рыб как раз. Здесь тоже закрывается потихонечку. Так, хорошо. И что у нас теперь еще? Там немножко, наверное, улучшилось. Место в рейтинге 28. Так, по рыбам, что у нас здесь еще? Эпическая, мифическая. Ну, тут по 100 очей дают, это чепуха. Ага, ну и рыбацкая битва. Два раза, три раза первое место. Погнали, значит, в рыбацкую битву. Добьем рыбацкую битву уже. Пока они там сильно еще не прокачивали приманки. Попробую рыбацкую битву пройти. Пока еще это возможно. Хотя уже, наверное, и невозможно. Три раза первое место надо взять. Ну, в принципе, сама по себе рыбацкая битва. Фармить уже усилители, там уже как получится. Может, и зайдет. Главное, что серия поединков с рыбацкой битвой закрыта. Да, ну 10-300. Вижу. Нету смысла с тобой бороться сейчас. Либо уже закрыть серию поединков. 10-100, 10-300. Тут товарищи тянут хороших хвостов. Наверное, надо битву пока оставить в покое. Надо ждать, пока ребята тут наиграются. Потом уже начинать фармить усилители. Ну, заодно и уже первое место там по-любому попадется. Что у нас здесь по клановых войнах, кстати? Серия поединков. Так, 5 подряд закрыл. Ага, и 8 подряд. Хорошо, давай уже 8 подряд закрываю, в принципе, и, наверное, буду на этом заканчивать. Кстати, можно было даже, наверное, не с легендарки выбирать, а с любой другой рыбой. Ну ладно, там, по-моему, миф надо было закрыть еще, но пока не буду рисковать, не помню. Тем более удочки на мифы пока нету. Так, это 6 подряд. Так. Наталья, надеюсь, ты меня пожалеешь, не станешь у меня отбирать эту победу. Да, 9800. Хорошо. И здесь 4400. Отлично. Сойдет. Я думаю, для победы сойдет.
А следующие поединки нам нужно выбирать, наверное, не обязательно легендарочку, потому что на легендарочку очень много уходит усилителей. Плюс кубики. На другую рыбу можно кубики не использовать, так как шанс на вылов гораздо выше. Так, это шестой подряд. Хорошо. Отличненько. Неплохо идем. Да, рыбацкую битву я уже не буду проходить сейчас с усилителями. Я уже буду фармить усилители. И я более чем уверен, там из 50, там из 100 битв по-любому пару раз первое место проскочит. Я уверен. Даже без усилителей, так на мультикрючок. Так, шестой подряд. Хорошо. Что у нас тут? Эпическое, мифическое. Ну да, как я, в принципе, и предполагал. С мифической надо удочка. Не буду я лезть в мифическую рыбу без удочки. Поэтому сделаем сейчас 4-4. Как обыкновенно есть у меня. Сливаем самые мелкие удочки с мелкими перками. 5-1-7, 2-0, 1-9. Это все в слив, понятно. Так, тут теперь тоже можно четверку сделать. Отлично. Есть вот у меня миф подготовленный, уже пятерочка. Теперь только надо его сделать шестерочкой. Есть такое дело. И у меня есть тут удочка специальная, которая больше уже не нужна. Вот она специальная. Тоже я ее солью и сделаю мифа седьмого. Коэффициент увеличения веса. C4. Кстати, нормально все выпало. Здесь немножко только подкрутить последний перк. Хотя бы больше 3%. 2,5. 2,9. Вот. 3,4. Удача хорошая. И сонар немножко. 50. Все. Достаточно. Больше здесь, в принципе, делать нечего. Ну и теперь уже к ивенту и закрывать. Два поединка с мифом у меня осталось. Значит, игра подтормаживает. Два поединка с мифом и один с эпиком. Хорошо. Это у нас седьмой поединок подряд. Так, 9200 лучший результат. Хорошо. Кубики можно отключить. Так, 7000. Ладно, пусть будет 8900. Пока так. Так, тут рыба-ласточка. 2900. Там 4200 пускай будет. Седьмая приманка тоже слабенькая. А, ну он вообще 1900 поймал. Понятно. Ну попробую тогда так. Больше закидывать даже не стану. Сейчас подожду, посмотрю, как пойдет. Все, один поединок останется, и все, в принципе. Наверное, буду уже на этом, друзья, видео заканчивать и врываться, как говорится, в битву, пробовать фармить усилки и золото. Ну и также потом вызовы обязательно. Тоже гирьки за вызовы придут. Хотелось бы, кстати, чтобы сегодня вызовы тоже как-то через раз попадали загадочные пакеты. Мало ли, а вдруг чего выпадет. Есть седьмой подряд. Ну что ж, дайте мне доиграть уже, ребята. Давайте еще последний, восьмой подряд закрыть. И, в принципе, я буду доволен. Более чем доволен началом ивента. Можно тут уже, я посмотрю, и семерочку. Так, 9000. Ага, кстати, попался. Я вижу. Опять легендарка попалась. Как бы я от нее не ускользал, она все равно нашла меня, в общем. Так, 8900. Хорошо. Ну и тут придется легендарочку еще поискать. Восьмой подряд. По-любому проигрывать здесь уже нельзя. Хочешь, не хочешь, надо только победу.
жалко будет столько поединков выиграть и на последнем сдаться. Поэтому придется уже дотратить усилители, как говорится, добить. Вот 10-200, отлично. Теперь я думаю, он навряд ли меня перекинет. Ну, вернее, надеюсь. Не то, что думаю, а надеюсь. Потому что на моем уровне все возможно. Так, десяточка, двенашка. Хорошо. Ну, подождем. Подождем, подождем. 9200 тоже легендарку потянул. Я смотрю, неплохую. Ну, я думаю, у него просто времени не хватит уже вытащить. Поэтому восьмой подряд можно считать закрыл. Есть такое дело. Хорошо. Серия поединков закрыта. Остался только один эпик у нас теперь. Так, лихорадка усилителей. Спасибо. 15 тысяч, и то на дороге не валяется. Мифы и эпики. Понятно. Спасибо. Что теперь у нас там по ивенту? Ну, остались только битвы. 31 место. Но я думаю, битвы закрою, и в принципе нормально все будет. Тут еще 6 тысяч очков, 7-8. Да тут еще нормально. Битвы покидаю по-любому. Я думаю, в топ-10 попаду. Ну, а там уже посмотрим по самому ивенту, как получится. В принципе, доволен ивентом. Все, друзья, буду на этом заканчивать. Хотелось бы напомнить о наборе в наш клан. Клан под названием Днепряне. Активных игроков с уровнем 150+. Заходите. Сейчас клан открытый. Кубки скинули. Так что заходите, будем знакомиться, смотреть. Если не подходите, то, ребята, извините, если вы... игроки вас удалят. Если же вы невнимательно читаете рекомендации, вернее, просьбы о вступлении в клан, поэтому лучше даже не заходите. А всем остальным добро пожаловать. Все, хотелось бы вам пожелать ни хвоста, ни чешуи, удачи в этом ивенте, поблагодарить за лайки, за подписочку на канал и за комментарии, которые вы пишете. С удовольствием с вами, со всеми общаюсь. Ну, и также напишите, если хотите вечером посмотреть стрим, то отпишитесь, и я уже буду смотреть по вашим, как говорится, отзывам. Если да, значит, будет вечером еще и стрим по рекордам. Попробую повытаскивать каких-то хвостов. Все, ни хвоста, ни чешуи. И удачи в этом ивенте. Пока-пока.